проблемы чисто лично, не нуля. Что вообще должны предпринимать сейчас активно российские страховые компании? А по-разному, у которых есть нормальный бизнес, который действительно вот на рынке работает, их много не проявляет. И действительно рынки вот не будет тоже занимают 20 компаний. Конечно, они понимают, они сейчас могут выпустить конференцию на Франции. Это первое. Второе, это вопросы действительно, это очень быстро и эффективно.